Депутаты законодательного собрания готовятся к пленарному заседанию, которое состоится уже в этот четверг. Главный вопрос повестки – бюджет Ямала на трехлетний период. Среди других вопросов – дополнительная компенсация для обманутых дольщиков, индексация ежемесячных пособий опекунам и льготы по капремонту для некоторых категорий северян. Так, например, на компенсацию расходов на уплату капитального ремонта теперь смогут рассчитывать неработающие собственники жилья в возрасте 70 или 80 лет, проживающие с инвалидами первой и второй групп. А промышленный комитет уже рассмотрел вопрос обращения с отходами. Напомню, с 1 января на Ямале вводится новая система утилизации мусора. В повестке предстоящего заседания еще десяток вопросов. Но если говорить о развитии жилищно-коммунального хозяйства, то необходимо, конечно же, признать эффективную реализацию этой программы, потому что очень много делается. В первую очередь хотелось бы отметить развитие темы чистой воды. Потому что у нас значительно здесь увеличилось число людей, которые сегодня обеспечены чистой питьевой водой.